Сегодня у меня на обзоре очередной сырок творожный с ванилью карамель. Блин, обломали. Я думал, что это просто карамель. Массовая доля жира 26. Стоил он по акции в Дикси Питера 31.05.22 года. 33, по-моему. 45 грамм веса. Посмотрим, что внутри. Ну, что сказать. Карамель тут реально прям в избытке. Нынче на сникерсах шоколада эту меньше. По вкусу. Слушайте, на карамель реально похоже. Ну, суховатенький. И вкуса творога почти не ощущается. Но он есть. Вот такой вот сырок. Ну чё, блин, по-моему, нормально. Был бы еще какой-то наполнитель внутри, было вообще классно. А теперь давайте пройдемся по составу. Думаю, виден. Ну, из плюсов тут есть, так, два ванили. А так, прикиньте, первый раз в жизни нашел в составе масло кокосовое отбеленное. А также масло пальмовое. Не, это было не кокосовое, а именно пальмовое масло отбеленное. А еще пальмоядровое. Его фракция. Я в афиг. Ну вот такие вот они. Советские традиции. Ах. Ну ладно, всем спасибо и до новых. Изготовитель Росагрокомплекс. Москва. Ну понятно, что из фигни сделан.